Всем привет, и с вами Росиксон, и это новое видео о бирже Gate.io. В этом видео хотел бы ответить на один из самых задаваемых вопросов у людей, которые недавно прибыли в сферу криптовалюты. Зачем нужен KYC, что это для такое, ну и тому подобное. А пока вы ждете ответы на эти вопросы, предлагаю вам спуститься в описание под этим роликом и перейти по ссылке, которая ведет на замечательную биржу Gate.io, если вы там еще не зарегистрировались. Если зарегистрируетесь по моей ссылке, то получите вечную максимальную скидку на торговые комиссии 20%. Спасибо. А для новичков также добавлю от себя биржа Gate.io. Это просто инструмент, то есть это не место для хранения средств, как я считаю. Я храню свои средства на кошельках. Биржу Gate.io я использую как ту площадку, где я могу быстро продать, поменять свои активы на какие-то другие. Или, например, продать биткоины в USDT и потом вывести через BestChange, к примеру, вот примерно так. Но также вы должны понимать, если вы используете биржу Gate.io, то вы должны доверять и довольно много о ней знать. Например, биржа уже работает более 9 лет, и она уже заслужила хорошую репутацию. А также приходите в мой телеграм-канал, в котором я рассказываю, какую криптовалюту покупаю, что думаю о рынке. Например, до этого я писал там то, что продал более 90% криптовалют при битке 60 тысяч долларов. И я пока что был прав. Также там я рассказываю много всяких интересных историй, делюсь своими впечатлениями о крипте, иногда рассказываю о том, как можно заработать, например, недавно участвовали в 100% аирдропе просто за свапы. В общем, интересно, переходить по ссылке в описании. Так, что ж такое KYC? Расшифровывается как Know Your Customer или Знай Своего Клиента. KYC — это термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, также для других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Зачем же вообще нужно KYC? Например, вы будете какие-то махинации делать, обманывать людей или просто перегонять какие-то черные или серые битки? Во-первых, сразу же можно будет понять, кто преступник, ну, то есть вы, кто прошел KYC. Или, например, полиция направит ордер, вот уж такой-то человек, обманщик, и биржа сможет легко вас заблокировать, если будут такие документы на это. А также, к примеру, как вы заметили, сейчас много санкций было введено против Российской Федерации, также против некоторых должностных лиц, и если они проходили KYC на каких-то площадках, то их могли заблокировать, а некоторых уже заблокировали. Вот примерно зачем нужно KYC. Так, ладно, что-то я уж слишком начал много говорить плохого. А KYC на самом деле для обычного человека, как я, KYC это обычная штука, так же как в банке мы приходим с паспортом, вот теперь новое время, мы приходим с паспортом на биржу, ну если, конечно, мы ей доверяем. Ну, также вот нам пишут то, что KYC нужна для того, чтобы не отмывали деньги, там не было всяких незаконных действий, но это все понятно. Gate.io делает обязательным получение всеми пользователями подтверждения KYC ID. Только после того, как ваша учетная запись прошла проверку KYC ID, вы можете снимать средства, использовать кредитные или дебетовые карты для покупки криптовалюты и участия в стартапах проектах. Кстати, если что, переходите, у меня есть об этом видео. А также, если у вас есть какие-то вопросы ко мне по бирже Gate.io, то отвечу в комментариях. Если что, смотрите мой плейлист, связанный с биржей Gate.io, там уже более 15 видео, очень много интересных и разных тем, связанных с биржей Gate.io. Так, а теперь расскажу, как пройти KYC. Ну, я думаю, из того, что я уже сказал сверху, было понятно, то, что, чтобы в полной мере использовать биржу Gate.io, нужна верификация. Проходится довольно быстро, KYC. Вам понадобится зайти в это меню, которое вы видите на экране, далее заполнить ваши определенные данные, загрузить фотографию с двух сторон документа, удостоверяющих вашу личность. Далее переходим ко второму этапу, в котором нам придется немного попозировать перед камерой, выполнив довольно простые действия. Все, после этих легких и незамысловатых действий вы можете спокойно пользоваться биржей Gate.io. Верификация вашего аккаунта потребуется для комфортного пользования сайтом. С проверенной учетной записью вы сможете наслаждаться более быстрым и плавным вводом и выводом средств. Также скажу от себя то, что вот реально KYC нужна, чтобы выводить, потому что мой друг парился с выводом, потом прошел KYC и ему все быстро вывели. То есть не забывай, как я говорил сверху, чтобы выводить, нужно пройти KYC довольно легко. Кстати, мой друг прошел меньше, чем за день, ему одобрили. Также, после того, как вы пройдете KYC, у вас будут увеличены лимиты вывода для конкретной монеты. В общем, примерно так.
Спасибо за просмотр. Задавайте мне какие-то вопросы в комментариях. Я отвечу, что еще снять про биржу Gate.io. Также не забывайте про мой телеграм-канал, где я рассказываю вообще обо всем практически, что делаю, чего нет на ютубе. Например, недавно участвовали еще и в покупке NFT на Binance, там земли по 0.4 эфира. В общем, интересная тема. Так что приходите, ставьте лайки. Спасибо за поддержку и удачи!